На телеканале «Краснодар» в прямом эфире главные городские новости. В студии Денис Сенькин. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажу о самых важных и интересных событиях. И вот что вы увидите. Что им снег, что им зной. Несмотря на капризы погоды, работы по строительству трамвайной ветки на Московской идут без пауз. По каким адресам можно найти свежие продукты прямиком от производителя? Ярмарки выходного дня на этой неделе откроются не в субботу, а в воскресенье. Пандемия отступает, культура расцветает. На ремонт домов культуры, детских школ искусств и библиотек выделяют многомиллионные суммы. Что приведут в порядок в этом году, расскажем. Завершается единственная в этом году шестидневная трудовая неделя. Выдалась она очень холодной. Только вчера днем слегка потеплело, как ночью вновь ударил мороз. Столбики термометров опускались до минус 11 градусов. Сейчас за окном светит солнце, однако ночью снова похолодает до минус 8. Впереди на длинных выходных уже ставшие привычными температурные качели. Будет от плюс 4 днем до минус 7 ночью. А вот во вторник вообще ожидаются дожди. Но вернемся в день сегодняшний. Хорошая новость. У многих предпраздничный рабочий день будет сокращенным. Сотрудников могут отпустить домой на час раньше. На следующей неделе трудиться будем всего 3 дня. Отдыхаем в воскресенье, понедельник и вторник. Отмечаем День защитника Отечества. Так что осталось сделать последнее трудовое усилие. Зато можно потом хорошо отдохнуть. Непривычно длинная рабочая неделя спутала карты сельхозпроизводителям. На этот раз они привезут продукты питания на ярмарке выходного дня. Не в субботу, как обычно, а в воскресенье, 21 февраля. Но перенос даты никак не отразится на ассортименте. Производители из городов и районов края представят в кубанской столице овощи, фрукты, крупы, муку, молочные и мясные продукты. На каждой из площадок обеспечат соблюдение санитарных требований, а также контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы. Будут следить и за соблюдением правил торговли. Ярмарки будут организованы по 17 адресам. Дождь, снег и мороз. В любую погоду не останавливаются работы на улице Московской. Местные жители очень ждут новую трамвайную ветку. Сейчас там находится наша съемочная группа. В прямом эфире мой коллега Роман Макропола. Роман, что уже сделано и какие работы ведутся сейчас? Здравствуй, Денис. Каждую неделю телеканал «Краснодар» и я рассказываем о тех изменениях, которые происходят на перекрестке Солнечной, Московской и, соответственно, с новым разворотным кольцом и трамвайной веткой, ведущей в микрорайон Московский. Каждую неделю мы рассказываем, но многие зрители, бывает, нам не верят. Поэтому сейчас я дам слово специалисту. В рамках строительства трамвайной линии по улице Московской мы завершаем работы по переустройству и защите сетей на перекрестке улиц Солнечная и Московская. Уже выполнены работы по защите и замене участка бытовой канализации, ливневой канализации. В настоящее время выполняем работы по переустройству участка водопровода. За моей спиной можно наблюдать большую черную трубу. Это последняя труба, которая будет укладываться на перекрестке Солнечной и Московской. По ней будет идти водопровод. Канализация уже находится под землей. Причем, если приглядеться, можно заметить, что труба находится в таком черном стакане. Это сделано для того, чтобы в будущем, когда-нибудь через 20-30 лет, ее можно было бы просто и быстро поменять, не раскапывая весь перекресток. В это же время там впереди, в 2 километрах от нас, на перекрестке Петра Метальникова, укрепляют котлованы под будущие подземные пешеходные переходы. Выкопать котлован проблем не составляет, но сделать так, чтобы котлован при этом не осыпался, это большая проблема. Поэтому сейчас по периметру котлована вбивают специальные сваи, которые и удержат грунт от сползания. Также впереди меня, там, где будет будущая трамвайная ветка, проводится подключение электрических коммуникаций. Изменений действительно очень много. И главное касается еще и автомобилистов, которые заждались того времени, когда они смогут проехать по улице Солнечной. И это случится совсем скоро. Уже на следующей неделе будет открыто движение по улице Солнечной. Много изменений.
И о всех о них я расскажу в своем вечернем сюжете. Денис? Спасибо, Роман. И пока на улице Московской строят будущее, на Рождественской набережной сегодня говорили о прошлом. Мемориальную доску открыли герои Советского Союза, гвардии старшине танкового батальона Ивану Дуплию. Уроженец Украины, последние годы он прожил в Краснодаре. Памятную доску установили на фасаде дома 23 по Рождественской набережной. Именно здесь ветеран жил 14 лет назад. Почтить память фронтовика собрались глава города Евгений Первышов, депутаты Гордумы, ветераны, родные фронтовика и другие горожане. Сегодня, наверное, очень символично, что мы в преддверии Дня защитника Отечества открываем памятную доску легендарному человеку, герою Советского Союза, Ивану Минимовичу Дуплию. Человек, который прошел большой жизненный путь, который действительно защищал Родину. Уже будучи жителем города Краснодара в 90-е годы, он принимал участие в составе делегации от Краснодарского края, от города Краснодара, в парадах в честь Великой Победы. Был активным участником подготовки и работе с подрастающим поколением. Иван Дуплий прошел всю Великую Отечественную войну. Фронтовой путь он начал в июне 1941-го. В 1944 году был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Ему вручили орден Ленина и Золотую звезду. Ветеран также награжден медалью за выдающийся вклад в развитие Кубани. Теперь память о нем будет хранить мемориальная доска, как символ героизма и Великой Победы. Следующая информация для тех, кто хочет эти выходные провести активно. Завтра на главной городской площади стартует забег Hard Run на 5, 10, 25 и 50 километров. Участники побегут по улице Красной до фонтана у здания ЗСК и обратно. В связи с этим в краевой столице ограничат движение транспорта. Так, с вечера субботы до обеда воскресенья будут закрыты для проезда часть улиц Буденного от Коммунаров до Рашпилевской, Красной от Калинина до Постовой, Красноармейской от улицы Длинной до Кузнечной и сама Пушкинская площадь. А в день стартов с 6 утра к списку добавится еще несколько участков этих центральных улиц. С 9 утра до окончания забега придется искать объездные пути от Красноармейской до Рашпилевской сразу на нескольких участках. Заранее выбирайте маршрут, либо присоединяйтесь к бегунам. Задаем праздничный тон. Напомню, впереди у нас 3 выходных. А раз погода за окном теплом не балует, проведите эти дни дома, в кругу семьи. А мы подготовили для вас праздничную линейку программ. Специально ко Дню защитника Отечества на телеканале «Краснодар» покажут фильмы и сериалы об отважных и смекалистых мужчинах. Диверсанты, веселые истории современной авиации, шпионы. В общем, герои нашего времени. И, конечно, большой праздничный концерт. Не пропустите 22 и 23 февраля на главном городском. Цель искусства – раскрыть красоту. Это знаменитая фраза Оскара Уайльда. А вот увидеть красоту искусства нам помогают учреждения культуры. Они, как глоток воздуха, стали необходимы в этот постпандемийный период. Сейчас на ремонт учреждений культуры Краснодара выделяются значительные средства. Только в прошлом году было направлено свыше 36 миллионов рублей. В детских школах искусств, клубах и библиотеках отремонтировали фасады, заменили инженерные системы и благоустроили территории. В 2020 году, с переходом на 2021, в отрасли культуры произошло достаточно большое количество ремонтных работ. Это как капитальные ремонты, так и текущие ремонты. В общем, в таком объеме, наверное, никогда не осуществлялись ремонтные работы. Наверняка, как бы в этом нам в том числе помог год пандемии, когда деятельность учреждений была приостановлена и появилась замечательная возможность их отремонтировать. В этом году по национальному проекту «Культура» капитальный ремонт выполнят в детской школе искусств номер 14. Стоимость работ составит около 7 миллионов рублей. Также приведут в порядок кровлю, фасад и внутренние помещения в 7-й школе искусств. На это выделят более 3,5 миллионов. Кроме того, готовы проекты на капремонт зрительного зала сельского дома культуры и спорта станицы Елизаветинской и комплексного ремонта здания Центра культуры и досуга Прикубанского округа. На это в местном бюджете предусмотрено более 1 миллиона рублей.
Очередное событие в музыкальной жизни Краснодара. В ближайшие дни ценители живого исполнения и классической музыки увидят рождение звезды, а точнее звездного трио. В муниципальном концертном зале публике представят новый коллектив, который, что интересно, появился в разгар пандемии. Чтобы не скучать, пианист, скрипачка и виолончелистка начали вместе репетировать. И их творческие эксперименты вылились во вполне себе интересное и талантливое гайстер-трио. Состав нового трио не менее интересен, чем история создания. Здесь сплошь лауреаты международных и всероссийских конкурсов. За клавишную партию отвечает известный в Европе музыкант Петр Горобец, который с 2020 года официально стал солистом Краснодарского камерного премьер-оркестра. Скрипка в трио – артистка фонда «Артбене» Луисине Аганджанян. А за виолончель отвечает Регина Заремба, солистка Кубанского симфонического оркестра. Новоиспеченный коллектив сыграет свою программу «Рожденные тишиной» на сцене органного зала в среду, 24 февраля. Торопитесь, билеты на концерт еще есть, но их немного. На этом наш эфир подошел к концу. Еще больше новостей мы подготовим и расскажем вам в вечернем выпуске новостей в 19 часов. А прямо сейчас заходите в наше мобильное приложение. Скачать его можно в App Store и в Google Play. Либо просто наведите телефон на этот QR-код. Заходите, смотрите наши программы и прямые эфиры канала. Будьте в курсе всех событий города. Я с вами прощаюсь. Увидимся на главном городском.